Дорогие братья и сестры, прежде чем поздравить вас с воскресным днем, я должен огласить письмо от синодального отдела монастырям по поводу помощи, которую наша церковь оказывает беженцам с Донбасса, Запорожской, Харьковской и других областей. Здесь говорится о том, что около 100 человек ежедневно обращаются в Москве за самым необходимым. Это люди, которые были, к сожалению, вынуждены покинуть свои насиженные места из-за ведущихся военных действий, и они нуждаются в самых бытовых вещах. Здесь, в частности, говорится, я список перечислю, и просится о том, чтобы в наших обителях производилось посильный сбор. В связи с этим в нашем паломническом центре при входе в монастырь, если кто не знает, одноэтажное здание с иконой святителя Николая, начиная с 10 утра до середины дня будет каждый день производиться такой сбор. Там будут аккумулироваться то, что кто может пожертвовать. И туда входят самые простые вещи, начиная от подсолнечного масла, консервов, различных круп, детского питания и кончая различными повседневными вещами, связанными с мылом, стиранием, душем, шампуни различные, детские подгузники, одеяла, подушки и все, что кто-то найдет. У нас в домах часто что-то лежит годами и не используется. А оказывается, что есть люди, которым это сейчас понадобится. Поэтому милости просим, если кто-то найдет возможность, то, пожалуйста, присоединяйтесь к этому делу, не будет у нас. Мы сами уже будем доставлять в синодальный отдел машиной то, что будет собираться. Это будет раздаваться на такой системной основе людям, которые нуждаются сейчас в помощи. К сожалению, вот приходится прибегать. И нет, не централизована эта полностью помощь. Государство полностью не справляется. Эти люди зачастую нигде не записаны еще, не зарегистрированы, а уже живут. Сегодня мы празднуем память преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского. Воскресный день одновременно совпадает с памятью представления великого игумена земли русской. Святой Сергий Радонежский известен многим, особенно православным людям. И дорого то, что этот святой сумел стать возродителем русской земли и русского молитвенного делания после сложных десятилетий, которые последовали после нашествия Батыя. По сути дела, ко времени, когда преподобный Сергий начинал свой монашеский путь, это первая половина, обычно где-то датирует его рождение, 1314 год, а принятие монашества что-то 23 года примерно. Поэтому где-то в первой четверти, на стыке первой и второй четверти 14 века, преподобный Сергий начинает путь отшельничества. Вообще, по традиции монашества, начинать с отшельничества не положено. Надо сначала прожить в общежительном монастыре, посмотреть, как живут другие монахи, более опытные, научиться послушанию, терпению в гуще других людей, которые тоже молятся вместе с тобой Богу и несут послушание. Но к тому времени общежительных монастырей на Руси было практически не найти. Общежительный монастырь – это когда у монахов есть общая трапеза, общее послушание и совместная молитва. Есть другой тип монастыря – особножительный, идеоритмический, когда каждый монах подвязается как может и ест то, что Бог пошлет, может быть, какое-то рукоделие. Иногда идеоритмический чин может оказаться выше общежительного, когда это какой-то великий старец или подвижник на Афоне, который достиг великих
даров, и он уже не вписывается в общежительный монастырь, а живет где-то, как птица небесная, питаясь, чем Бог пошлет. Но если брать обычный уровень, то обычные диаритмические монастыри считались ниже по духовному уровню, потому что братья, живя рядом, не делились друг с другом трапезой или чем Бог послал, и часто пользовались какими-то своими личными благодетелями, князьями, ктиторами, которые им помогали. Ну и этого человек ограничивался этим, не делясь с братьей тем малым доходом, который был. Преподобный Сергий принял решение, что он начнет монашеское жительство на Маковце. Маковец – это вершинка Маковка горы, там, где сейчас находится великая, по всей Вселенной известная, можно сказать, по всему православному миру, Троица Сергиева Лавра. Тогда, в то время, подумать о таком было невозможно, что это будет целый город Сергиев Посад и огромная обитель с сотнями монахов, с духовной академией и церковными различными музеями, храмами множеством. Тогда это было глухое место, и он основал маленький храм в честь Святой Троицы и подвязался там много лет, даже, во-первых, еще даже не будучи монахом, а потом, приняв монашеский постриг, не будучи священником. Около 15 лет он подвязается просто как отшельник. Об этом, когда мы читаем его житие, не все обращают внимания, не об этом все знают. Знают, как он уже известный игумен, как к нему приходит святой князь Дмитрий Донской, с которым связана наша обитель, который получил благословение от преподобного, уже известного духовника, славного чудесами, на Куликовскую битву. Но тогда, в начале, это был совершенно малоизвестный подвижник, который в глухих лесах, с риском для жизни и с риском для души, потому что демоны, естественно, пытались выгнать его с этого места, подвязался много лет в совершенной безвестности. С ним сначала пошел его родной брат Стефан, но он не выдержал этого подвига и ушел в город Москву, в Богоявленский монастырь, ну, городской монастырь всегда попроще. Тут рядом и благотворители, и прихожане, и какое-то пропитание. А там, в пустыне, как называлось, хотя это была не пустыня в буквальном смысле слова, а лес, но в монашеской традиции это закрепило слово пустыня или пустыня, место, где нет никого. И святой Сергий подвязался там много лет. Приходил к нему священник, который служил литургии. Это напоминает древнее монашество, когда монахи по смирению много лет не принимали священство. Пахомий Великий, десятитысячные монастыри в Египте, а он простой монах и не принимает священство по смирению. Преподобный Сергий много лет не принимал священство, просил священника: «Приходите служить литургию в том маленьком храме Святой Троицы, который он отстроил своими руками». Трудился в поте лица и молился, ничего не ожидая от Бога, кроме его благодати. Оказывается, что он был, тоже не все знают, что он был связан уже позже с исихастами греческими. Патриарх Филофей Константинопольский, который был соратником святого Григория Паламы и, по-видимому, составлял томос 1351 года о нетварных энергиях, посылает святому Сергию крест-мощевик, который хранится сейчас в Троице-Сергиевой Лавре, в Серапионных палатах, схему, параман и послание с пожеланием устроения общежительного монастыря на том месте, где много десятков лет святой Сергий, а он там прожил более полувека на Маковце, на Радонеже, недалеко от того места, где он похоронил своих родителей, преподобных Кирилла и Марии Радонежских, чтобы там сначала из особо-жительного обители была устроена общежительная. И святой Сергий это делает. Потом, надо сказать, что не вся братья этому обрадовалась, потому что общежительный монастырь требует больше усилий. И ему даже на какое-то время пришлось уйти из обители по смирению, чтобы никого не раздражать. Хотя он сам ее основывал.
Если мы посмотрим на последствия трудов святого Сергия, то он действительно, как говорят на Руси, игумен русской земли. Его ученики, и сам он основал множество обителей, кроме Троицерковной лавры, его ученики основали около 45-50 обителей по всему северо-западу и другим местам России, а ученики учеников еще более 50 монастырей. Представьте себе, какое древо, если нарисовать карту России, то это более 100 монастырей, которые основаны его учениками и учениками его учеников, которые покрыли землю русскую молитвенным деланием. А с другой стороны, светская сторона, князья были каждый сам за себя. И преподобный Сергий не случайно посвящает свой храм Святой Троице. Тогда это было редкостью на Руси. Строили храмы Спасу, Богородице, святым. А Троица как-то так, хотя Бог наш Троица, как-то был немножко в тени этот праздник, и это тайна почитания Бога как единого в Троице. И не случайно святой Сергий построит храм Святой Троице и основывает лавру Свято-Троицкую, потому что, как он в своем известном высказывании скажет, дабы воззрением на образ Святой Троицы преодолевать всякую рознь мира сего. А князья, каждый был своя рубашка ближе к телу. Идет Тахтамыш на Москву в 1382 году, а князья, говоря: «Ты нас не трожь, мы тебе брод через Оку покажем. Ты только нас не трогай. Иди, куда хочешь, а нас не трогай». И вот так каждый, сам за себя. И так, конечно, поодиночке Русь-то можно было громить, и кромсать, и терзать. А святой Сергий собирал князей и говорил: «Ну как же так?» И когда Дмитрий Донской пришел к нему на Куликово поле брать благословение, он ему сказал, а он еще сомневался, идти ли ему против Мамая. А святой Сергий сказал ему: да как же ты не пойдешь, свой же народ ты защитить должен. И он ему сразу не сказал, что он победит. Иногда в некоторых списках с определенного времени стали писать, что святой Сергий сразу сказал святому князю Дмитрию, что он победит. Нет, он сказал: если Бог поможет, победишь. И святой Дмитрий еще долго боролся с самим собой и со страхами. И здесь он получил в Николаево-Гречской обители утешение, согревание: «Угреши сердце мое». Святой Николай ему поддержал. А уже только стоя на самом Куликовом поле, он прискакал гонец этого святого Сергия уже пред лицом самой битвы, сказал ему: «Ты победишь». Это передал Авва Сергий. Каждый проходил свое воспитание, а святой Сергий собирал их и говорил: да прекратите вы рознь. Есть такая икона Водропузская Божьей Матери. История интересная, но всю ее не буду рассказывать, но отчасти о том, насколько было раздроблено русское государство тогда. Один князь нападает на другого, на его владение, забирает у него икону Богородицы, привозит к себе и служит перед ней молебен. Типа она ему помогла победить своего же собрата по вере. И в момент, когда в Евангелии читается богородичное чтение «И возвратися в дом свой», Богородица поднимается, икона на воздух, и на глазах всего честного люда и священства улетает туда, откуда он ее взял, к тому князю, которого он победил. Так вот Господь был вынужден воспитывать наших предков, которые не могли соборный дух в себе воспитать. А святой Сергий помогал этому. И вот сегодняшнее чтение евангельское тоже нам подсказывает, в чем сила святого Сергия. Почему он монах, который много лет в уединении прожил, игуменом стал только по просьбе тех людей, которые пришли к нему и сказали: либо ты игумен, либо мы расходимся. И стал служить всю жизнь преподобию, правду, не только спасению своему, но и других. Каким образом он стал таким великим игуменом нашей земли? Вот сегодня мы слышали, как Христос
садится в лодку и говорит апостолам, чтобы они подвинулись в глубину и забросили сети. А уже давно рассвет прошел, и Господь уже проповедь успел сказать людям, стоявшим на берегу. И казалось апостолам, что это бессмысленное действие, потому что они всю ночь, рыболовы, знают, когда рыбу ловить. Ранним утром, еще до рассвета, вышли, всю ночь трудились, и рыбы не поймали. А тут вдруг говорят им забросить невод тогда, когда уже и поздно искать. А он оказывается полным настолько, что они еще своих друзей просят подойти, другую лодку, и они уже погружаются, уже некуда грузить, и сеть уже рвется от множества рыб. С одной стороны, Господь показывает свою божественную власть, а с другой стороны, с исихасской, с точки зрения, с традицией монашеской, о чем речь? Море – это сердце человека. Приступит человек, и сердце глубоко. Там о гаде им же нет числа, животные малые с великими, как скажет святой Серафим Саровский. В сердце каждого человека есть множество страстей. Но поймать хорошую рыбу, добрую мысль, либо из сердца исходят помышления по слову Христа, не так-то и просто. Иногда человек трудится в молитве многие годы, ночами, может быть, старается не спать, а плод – ноль целых, столько же десятых. А если Христос с этим человеком, то ум, как невод, вылавливает в сердце столько добрых мыслей, живоносных, созидательных, питательных, как эта рыба питает тело человека, так светлая мысль питает душу человека. И уже нету места даже в уме это множество добрых мыслей удержать, и ум привлекает еще дополнительные силы, и не хватает удержать эту изобилие, множество, это множество добрых мыслей, которые Господь посылает человеку, который сподобился при пребывании Христа в своем уме и сердце. И в этом смысл всей традиции. Говорится о святом Сергии, что он возродил традицию глубокой молитвы, которую русские к тому времени стали утрачивать. И монахи, и миряне. Люди все больше уплощали свое мышление. К сожалению, это относится и к современному человеку. Очень много внешних факторов, телефоны, интернет, которые могут и благу послужить, но, к сожалению, больше служат злу. В результате поврежденности нашей души. И человеку молиться-то некогда. А уж тем более молиться глубоко, а вылавливать рыбку из своего сердца добрую еще сложнее. Все как-то пустые сети. Давайте попросим в нынешний день святого Сергия Радонежского, чтобы великая душа нашего великого сродника смогла бы найти место в наших умах и сердцах, где бы мы могли бы, вот как эти простые рыбаки, апостолы, со Христом, с его помощью божественной, выловить в наших сердцах то царство, те плоды Царства Божия, которое внутри нас есть. Христос сказал, Царство Божие внутрь вас есть. Другое дело, что мы его там поймать-то не можем. Где-то глубоко, все покрыто страстями и маловерием. И хочется уже даже и бросить невод, и не искать. Бесполезно, как говорили апостолы. Зачем? А когда происходит это, апостол припадает ко Христу и говорит, «Господи, я грешный человек, наверное, тебе в моей лодке не место». Потому что он знал законы естества в это время таких потоков, да они никогда в жизни столько рыбы не вылавливали. А уж тем более в это время. Они знали, чему и когда срок. Хорошо природу знали, чувствовали, понимали законы бытия естественного, а сверхъестественного нет. И когда Христос с апостолами, когда Христос молитвами святых наших и святого Сергия с нами, то и плод наш будет обилен, и нам будет чем поделиться и с другими, как апостолы, очевидно, эту рыбу не сами всю съели, а разделили с другими, кого любили, кого знали.
так и нам Господь поможет разделить дары, которые нам дает с другими людьми, если мы действительно сподобимся в смирении уловить те плоды Духа, которые Господь всадил в наши сердца, но мы по нашему небрежению, в отличие от святого Сергия, находясь в расслаблении и в гордыне, оказываемся бесплодными. Молитвами преподобного отца нашего Сергия: Господи Иисусе Христе, помилуй нас и благослови землю нашу, каждого из нас, помоги нам в духовном труде друг над собой и в помощи друг другу. Аминь. Выслушаем слова благодарственных молитв по святому причастии и с миром изыдем. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши.